Всем привет, ребята! Вы на канале Счастливый Кролик, и сегодня мы отправляемся получать снежные капканы, ребят, Пигги. Мы уже получили замороженный скин Пигги. Кто еще не получил, проходите по ссылочке. Ну а сейчас я вам расскажу и покажу, как же получить снежные капканы. В общем, ребят, вначале выбираем книга 2, потом выбираем вот эту карту «Зимние каникулы». Теперь, ребят, вам надо собрать в определенном порядке части снеговика. То есть, вы должны собирать так же, как и я, по порядку, или у вас не появятся другие части этого снеговика. Первая часть, которую мы будем собирать, она находится вот здесь вот. Бежите сюда сразу, вот где это ледяное место, где начинает Пигги. И забегаете за него, ребят. Здесь вы видите сразу вот этот первый снежный ком. Супер, ребят. Теперь побежали за вторым снежным комом. Он находится противоположно этому. На другой стороне. Бежим сюда. Пока Пигги не проснулась. Хотя она уже проснулась. Ай-яй-яй-яй. И будет чуть-чуть сложно, я чувствую. Забегаем за этот дом. Вот здесь. И видим здесь второй ком снежный. Берем его. Супер, ребят. Теперь берем третий снежный ком, который находится вот в этом лабиринте, ребят. И Пигги уже пришла, да? Да, она уже пришла, и это мне теперь будет сложно взять. Но я попробую, ребят, попробуем. Так, забегаем сюда, сюда. И этот ком находится вот за этой скамейкой, ребят. Вот он маленький самый. Все, успели, за скамейкой, ребят, запомнили. Теперь нам надо взять палочки для нашего снеговика. Палочки находятся вот здесь в доме, возле камина. Закрыли. Взяли наши палочки возле камина. Супер. Обходим, уходим, ребят. Теперь нам надо взять шляпу для нашего снеговика, ребят. Шляпа находится вот здесь, возле этой елочки. Видите, под низом. Вот она. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько. Все, взяли шляпу, ребят. Теперь нам осталось взять только морковку для носа. Вот. Взяли морковку. Супер, осторожно, Пигги наступает на пятки и бежим к нашему снеговику, ребят. Осторожненько. Где же находится наш снеговик? Сейчас я вам покажу. Вот, ребят, бежим сюда. Сюда, видите, вдоль дома. И бежим вот к этим домикам. Я сразу беру наготове морковку. Супер. И сейчас будет наш снеговик в углу. Вот он. Видите, какого мы прикольно слепили? Осталась только морковка. Все, вы слышали этот звук, как касса пробила? Это значит, я получил уже свои снежные капканы, ребят. Вот так вот очень просто это сделать, ребят. Не забудьте, главная последовательность. Берем большой ком, средний ком, маленький ком. Потом палочки берем возле камина. Потом ведро под елочкой. Не ведро, а шляпу. И морковку. И потом втыкаем морковку ему вместо носа. И все, мы получили наши снежные капканы. Ну, я пошел съем эту морковку где-нибудь. Да, ребят, и кстати, забыл сказать. Все, можете умирать. Заходим теперь в магазинчик наш. Нажимаем на капканы сюда. И ищем, где же наши капканы. И вот они, ребят, вот они, наши снежные капканы. Давайте их экипируем, класс, очень прикольно, ребят. Ну что, ребят, я Пигги, и ко мне в игру зашел любезно Поплол и согласился мне помочь протестировать эти капканы снежные, за что ему большое спасибо. Кстати, ребят, у вас тоже есть приватный сервер на эту зимнюю карту. Разработчики Пигги сказали, что для таких ивентов будет специально выделяться приватный сервер бесплатный. Посмотрим, будет ли это долго продолжаться, но пока это так. Так, ну что, у меня всего получается один снежный капкан. Давайте же я пойду попробую найти Поплола, поставить капкан этот. И я его ставлю вот здесь вот. Класс, смотрите, какой прикольный капкан-снеговик. Сразу и не поймешь, что это капкан, ребята. Суперски, очень-очень прикольно. И вот бежит Поплол. И вот он идет, ничего не подозревает. И что же, как наш капкан работает? Че, он ничего не сделал? Что он делает? Может, он как-то замедляет игрока?
ударяет его зачем-то. Или это просто в прикол капкан? Он его вообще не ловит, это просто снеговик, ребята. Очень-очень прикольно, да? Смотрите, он ничего не делает. Ну, ладненько, вот такой вот капканчик. Или, может, он как-то замедляет, я не знаю его. Нет, ничего не делать, нет, ребят. Ну, зато красиво. Вот так вот. Всем спасибо, ребят, вы были на канале Счастливый Кролик. Не забудьте подписаться, поставить лайк и колокольчик. И также спешите быстрее получить этот лимитированный зимний капкан, ребят. От него толку мало, но красиво. Пока-пока, ребят.